люди не должны гибнуть, агрессия должна быть прекращена. Одесситы почтили память расстрелянных мирных людей. Сейчас такое время, что на стране все время гибнут люди, мы как-то к этому привыкли уже, и поэтому нужно помнить, что такого не должно быть, и как-то почтить их память. Лично меня привело сюда невозможность помочь, и я уже безысходность, я уже не знаю, что делать, потому что плачешь каждый вечер от этих новостей, особенно после вчерашнего. Меня ужаснули те события, которые произошли в Мариуполе. Гибель невинных людей совершенно. Когда я услышала особенно информацию о том, что девочке 3 лет из-за тяжелых ранений пришлось отнять ногу, у меня внучка сама такая, понимаете, поэтому я не могу спокойно на это реагировать. Пушки должны умолкнуть, уверены одесситы. Гибель украинцев не должна быть статистической строкой. В стране должен наступить мир. Хотелось бы для начала мира, да, это в первую очередь. То есть, несмотря на то, что мы в Одессе, мы говорим на разных языках здесь. И живут здесь не только русские, украинцы, живут армяне, евреи. То есть, национальный у нас город многонациональный. И неважно, на каком языке мы говорим, но мы все хотим одного и того же. Мы хотим мира. Мы возмущены такой политикой России. Мы против того, чтобы под видом всяких отговорок захватывались наши территории, уничтожались наши граждане. Митинг под российским консульством завершился сожжением гроба с изображением главы РФ. Россия! Руки прочь от Украины! За порядком у стен генконсульства наблюдали более полусотни правоохранителей.